И сейчас вот хочу сказать то, что я давно уже ищу татарку. Вот, и думаю, что ты идеально подошла бы вообще в качестве будущей жены. Ты можешь высказать все свои переживания мне, мы можем с тобой, да, встретиться, поговорить на эту тему. Ну что у вас, какое мероприятие? День рождения, свадьба, Мероприятие у нас развелась жена моя с бывшим мужиком своим. Ну подожди, ты мне расскажи, что за формат мероприятия вообще? Ну, мероприятие будет такое, ну, масштабное, одно из масштабных у нас в Москве. Ну, масштабная цель мероприятия какая? Цель достичь финиша, братан. Самовар. Я хороший чувак. Просто я в образе. И в образе я могу сделать все, что ты захочешь, мой зритель. Поэтому, пожалуйста, я нормальный чувак, воспитанный. Но у меня есть сценарий, по которому я работаю. Поэтому не ругайте меня строго, пожалуйста. Самовар. Всем салям, татары, и салам алейкум, братья. Сегодня с нами находится такой самовар, а это значит, что начинается рубрика «Самовар». Сегодня будем обзванивать самых известных татар города Москвы. И первым нам попался такой известный человек, это как Гульнара Ярулина. Звоним? Алло. Алло. Алло, Дальдар. Угу, привет. Да, привет. Ты меня узнала, что ли? Да, у меня записан твой номер. А я хотел бы узнать, когда встреча будет вообще в штабе татар еще? Пока нет. Пока что не будет, да? В среду мафия, приходи на мафию. А, в среду, да? Ну все, я постараюсь туда прийти, на мафию. Ну, она не в штабе будет, а в антикафе. Ну я понял, я узнаю тогда через знакомых. Братан, это косяк! Татар-мафия? Что будем говорить? Так, мафия... Да, что, чеченский голос сделал бы он? Олег, сурата, сурата. Вот, салаката. Салам алейкум, дон. Салам алейкум, дон. Я тебе говорю, он сбросит, брат. Ну а пока мы звонили Руслану, сейчас мы будем звонить первой участнице самовара. И зовут ее Элина. Погнали. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Алло. Да, да. Смотрите, вы мне приглянулись, скажу честно. И у меня вопросик один к вам будет. Можно задать? Алло. Да, прости, а кто звонит? Я бывал не раз в штабе татар, и вы мне очень понравились. Давайте, поняла, давайте сейчас я вам скажу пару слов. Я просто сам еврей, если что, это вас не смущает? Я плохо знаю русский, и у меня вот такой вот будет к вам вопрос. Вы замужем? Нет. Смотрите, у меня как раз для вас есть уникальное чудо, это двое детей от прошлой жены, и я хотел бы, чтобы вы просто-напросто были матерью моих детей. Это прикол какой-то, или что, серьезно или нет? Нет, ну так и у нас в Израиле это приветствуется. Я не знаю татарских обычай, но вы очень уникальная девушка. Откуда у вас номер мой? Номер мне как бы дал знакомый один. Вот, а можно его имя, я вас видел просто в рубрике «Самовар» и пробивал вас иными путями, на самом деле. Понятно. Вот, ну как вам предложение по поводу быть матерью моих детей? Да, очень классно, да, но простите, наверное, боюсь, мне следует отказать. Но вы понимаете, что как бы мать детей, это их надо обеспечивать, и у вас будут деньги. У меня от прошлой жены остался велосипед. Я такое ощущение, как будто это какой-то прикол на самом деле. Ладно, простите, пожалуйста. Алло. Алло, Шамиль, правильно? Да, да, да. Смотрите, в Инстаграме нашел ваш профиль. Вы майки делаете, да, на заказ? Да. Смотрите, у нас сборная одна есть по футболу и по хоккею. Вообще, да. Вы с футболом сотрудничаете как-то? Больше, конечно, на хоккей, да. На хоккей, да? Ну, смотрите, да. Вы сейчас должны понимать, что заказ будет не маленький. Вы вообще справитесь с такой нагрузкой, там, в 100 маек, в 200? Ну,
Ну, в принципе, сможем справиться, да. Смотрите, как бы насчет денег можете не переживать, проблем никаких не будет. У вас татарская, да, стезя идет? Не совсем. У нас в целом вообще, ну, как бы, и, ну, общая КХЛ, клубы КХЛ и не только. КХЛ, да? Это татарская, да, получается? Не-не-не, с татарами тут, в принципе, никак не связано. Это, ну, вообще в целом хоккейная тема. Угу, хоккейная, да? Да. Ну, я понял, смотрите тогда. А у вас какой-то, в татарском направлении, получается? У нас, да? Нет, у нас в русском, у нас будет, я русский хоккеист, надписи будет на спине и на груди. Я русский хоккеист? Да. Ага. Я хоккеист, а сборная будет вообще по футболу у нас. У нас там определенное идет направление. У нас будут играть. Да, у нас будут играть в футбол с клюшками просто. А, я понял. Это новое спортдвижение такое. Вот. Угу, угу. У меня друг просто татарин сам. Вот. И я ему хочу сделать такой подарок, когда он будет сидеть, а выйдут наши хоккеисты, татары, с майками. Я русский. На спине. Я русский хоккеист, да. Ну, да. Я русский хоккеист. Да. А сам будет в футбол играть. Ну да. Удивительно, не правда ли вообще? Как вам? Ну шутка? Да, есть такое, да. А вы вообще где мой контакт нашли? А, контакт нашел в Инстаграме, в общем, вас. Медики, они всю жизнь вообще дают учебу. Алло. Алло. А это кто? Смотрите, я скажу сразу, Дон, не раз бывал, Дон, в штабе татарском, Дон. Вы меня наверняка помните, Дон. Ну чё? Ну чё ты? Ну ты испугал девочку просто. А как мне с ней общаться? Чеченец, думаешь, он привет? Алло, да. Алло, всё, я могу говорить, да, это кто ещё раз? Сейчас я передам трубку, кто звонил. Ага. Алло. Да. Алло. Как вам салам алейкум сказать можно, да? А что случилось? Смотрите, я... Вы мне приглянулись, я вас видел в рубрике «Самовар». Да. У вас вот такие... Мне понравилось... Богатый русский или нищий татарин, ты выбрал нищий татарин выбрал. Вообще удивительно. Я сам нищий, но чеченец, не фартанулый, татарин не родился. Как вы считаете, нищий чеченец это пойдет или еще татарин получше будет? Ну, лучше татарин, конечно. Татарин лучше? Да. Ну, смотрите, ну, нищий татарин это нищий татарин, а нищий чеченец это, сами понимаете, что это... Это в горах жить, по волчьи выть, вот эти движения все. Нет, это мне не нравится. Это нравится. Горные воды спускаются к вашим ногам. Это овечки рядом с вами кудрявые. И два маленьких Махмуда и Хахбуга бегают, если мы сделаем так. То есть здоровье позволяет хороших детей сделать. И вам не придется трудиться? Ну нет. Может, все-таки, нет. Может, свидание сделаем с вами небольшое? Нет. Ой, ну ты такая... Ну что нет? Ну так нет, ехидно отвечаешь. Давай увидимся. Там чай-хана, у меня там брат есть. Чай-хана посидим. Так, ты давай. Сегодня будешь монтировать, братан? Ты хочешь, чтобы я быстрее выложил? Да. Чтобы она узнала? Продам, пожалуйста. Это будет зашквар. Прикинь, мне напишет ВКонтакте, что мне игнорить все два дня. Ну так, а сейчас мы звоним Тимуру. Это человек, который организовывает выездные мероприятия с лошадями и с татарами. Погнали. Слушаю. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Смотрите, выездные вы мероприятия устраиваете? Какой формат, что нужно? Формат, знаете, такой более цыганский нужно сделать. Пестрый. Там вот это вот все в кучу собрать, вот это все. Ну что у вас, такое мероприятие? День рождения? Мероприятие у нас развелась жена моя с бывшим мужиком своим.
Я хочу сделать праздник. Я там позову ее. Ну, короче, сделаем. Ты не спрашивай. Ты умеешь делать, ты скажи. Я деньги, если это не проблема вообще. Вообще деньги не проблема. То есть я являюсь вообще бароном. И поэтому, что сделать, то сделаем. И деньги не обидим тебя. Никогда. Я с таким форматом не сталкивался, к сожалению, вынужден вам отказать. Следующий звонок будет Лилия Гадель. Это психолог, и мы будем говорить, что у нас просто нет совести. Погнали. Алло. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, мне дали ваш номер. Вы, да. Вы психолог, правильно? Да. Смотрите, у меня такая ситуация, у меня проблема целая, с которой я борюсь. Как? Давайте начнем с того, что... Который я борюсь, как... мне пофигу. Я как? Просто... Вот у меня проблема в пофигизме, я хочу это и решить, понимаете? Мне вот пофигу, что у вас там. Смотрите, вот у меня... Я не могу... Ну а следующий звонок будет направлен Рамилю, и мы постоянно будем называть неправильно его имя. Да. Алло, Ильшат, привет. Ай, Рамиль, извини, я это путаю. Рамиль. А. Да, смотри. Вот у меня такой вопрос. Нам нужно провести мероприятие. К тебе с таким вопросом можно обратиться? К кому вам? К тебе, Рамиль. Ну, что за мероприятие? Ренат, смотри. Мероприятие будет... Ну... Прости, брат, это что-то у меня вообще мысли. У меня просто взбудоражено все, я впервые... Такое мероприятие провожу, я накопил около 100 тысяч специально, чтобы это сделать. Поэтому сейчас, Ильнас, подожди, сейчас немного. Рамиль, смотри. Короче, нам нужно сделать, знаешь, такое мероприятие, стандартное, ну и нестандартное одновременно. Ну, типа что-то, типа когда что-то хочешь, да, ну не получается. Типа, ну, как... Формат мероприятия. Ну, смотри, ну, мероприятие будет проводить... Сколько, смотри, ты вообще нормально берешь денег? Сколько? Ну, подожди, ты мне расскажи, что за формат мероприятия вообще? Ну, мероприятие будет такое, ну, масштабное, одно из масштабных у нас в Москве. Ну, масштабное, цель мероприятия какая? Ну, цель достичь финиша, братан. Смотри. Ну, как... Ну, ты на моей волне, я вижу, короче, да, вот эта вот вся тема, нет? Че? На моей волне, говорю, вот эта тема, да, вот это что-то, как ты? Типа, что-то наверху, что-то внизу, короче, да, вот это движение все. Смотри, короче, ну, встреча будет одноклассников у нас. Ага. Вот, и мне нужно сделать, типа, ты, короче, понял, ну... Зам-директор наш, мы ее все просто любили, и, типа ты зам-директор уходишь. Пари! Ну давай, еще какие там роли есть. Ну а сейчас мы будем звонить одному из лучших шахматистов татар, его зовут Равиль. Алло, привет. Да. Ну ты даже отвечаешь, как будто самый лучший человек, ты так считаешь или нет? Что? Ну, что, давай начнем. Ты там, да, хорошо играешь в шахматы, я понимаю. Ну, и ты должен этим хвастаться, я не пойму. Ты Данил, что ли? Какой Данил? Почему здесь Данил вообще? Ты послушай. Просмотри, я скажу, что играть в шахматы, это, ну, это не морской бой, да, ты понимаешь об этом? Ты кто? У меня мои ребята занимаются... Этим спортом... Нормально. Так, ну а сейчас мы будем звонить координатору штаба Москвы. Все имя узнают, это Гульнара. Вот. Но идею придумал не я, идею придумал человек за камерой, поэтому все вопросы к нему. Ну а мы погнали. Смотри, я тебе вот сколько раз хотел сказать. Вот. И сейчас вот хочу сказать то, что я давно уже ищу татарку. Угу. Вот, и думаю, что ты идеально подошла бы вообще в качестве будущей жены. Ничего себе. Понятно. Как думаешь, может, увидимся, обсудим этот вопрос? Это сейчас какой-то челлендж или что? А, наверное, да. Нет, мне очень обидно, когда я задаю такой вопрос серьезный, а ты смеешься. Я как бы, ну, серьезно хочу высказать все, что у меня в душе. Я думаю, что это совсем не шутки.
Меня это больше всего пугает. Да. Ну, я, конечно, тебя понимаю, принимаю твои переживания. Ты можешь высказать все свои переживания мне. Мы можем с тобой, да, встретиться, поговорить на эту тему. Так, ну, хорошо тогда. Тогда на связи будем. Да, давай, конечно. Все, давай.